Спасибо. Не знаю, так это за это денежку надо брать. С кого? Ну как с кого? Пиар, извините за выражение, стоит, знаешь, сколько денег? Тем более на моем-то канале. Кому что? Ты хоть покажись, уже люди забыли. Да, она манала. Звездная болезнь. Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале, с вами Сеня, значит, мы будем кушать сегодня, конечно же, вкусно так, как и обычно. Я после работы очень голодный, очень уставший. Это все настолько меня, блин, взбесило. И капец, люди. Ладно, все расскажу по очереди. Давайте будем начинать. Сегодня у меня картофан, сегодня у меня рыбеха и скумбрия. Я вообще скумбрию тоже очень обожаю, между прочим. Здесь соленье, варенье, капусточка хрустящая и все такое. Соня сзади бегает, возможно, нам заскочит. Давайте будем начинать. Я не знаю, сейчас попробую как-то позорнуть. И, конечно же, мы с вами будем кушать. Поехали. Во. Во. Вот так. По-моему, нормально. Поехали. Картоха вареная. Расскажу вам прикол. О, лучок. Лучок маринованный, ё-моё. Эту картоху мы пробовали сделать пюрехой. Блин, вы не поверите. Хоть раз у вас было такое, когда пюреха не получилось? Мы много воды, во-первых, добавили. И когда я ее хреначил, а хреначил именно картошку я, ну, поняли, да, толку, вот, то она вообще не растолклась. То есть была какими-то кусочками, как-то оно вообще не получилось. Ни хрена не получилось, воду она не убирает, не впитывает. Ладно, давайте по-русски буду с вами разговаривать. Как же оно вкусно. Ну и получилось так, что именно вот это вот, я даже не знаю, как называется именно сама вот это вот название картофана. Короче, эта картошка для пюре не годится. То есть ее хорошо, очень хорошо жарить, очень хорошо варить. Но только так не делать. Рассказывай, народ, если ты занят, если у тебя вопросы, если человеку нужно прийти, если вкратце, очень вкратце, человеку нужно прийти со своей проблемой, и у него проблема, ну, как бы сказать, ну, та, что его прям тревожит, ему плевать на мои проблемы. Нужно сделать именно его. И то, что ты занимаешься своей проблемой, это вообще капец. Я просто сегодня стал таким свидетелем, вот, и если вы с таким сталкивались, то палец вверх, народ, однозначно. Просто мне сегодня пришлось разобраться в компьютерных сетях. Как что происходит, куда что девается и как во что переходит, переплывается. О, я прям стихами. Людей у нас на работе катастрофически мало. Люди поуезжали в командировки, уезжали по отпускам. Хоть и месяц не такой прям гулящий, но я имею в виду отпускательный. Но людей, правда, мало. И приходится хренячить за всех. Отпуск-то я отгулял. Вот, наверное, поторопился немножко. Скумбрия, конечно, как обычного. Одно могу сказать, что
берете скумбрию, у вас шикарный стол сразу. По поводу скумбряхи, у меня тут есть помощник. Помощник этот сейчас сидит дома, помогает готовить это все дело мне, точнее готовит. Я это потребляю, но есть прикол в чем? В том, что она начала снимать свои видео, будет выкладывать свои видео, как она готовит. Не знаю когда, не знаю, насколько это произойдет быстро, но планы есть, а я пиарю ее канал. Ссылочка, конечно, будет в описании. Если вам интересно, как эта скумбрёха родилась на свет. Я сам хочу посмотреть, потому что дрожащими руками человек будет это все дело снимать. Но мы ее должны поддержать в начале. А я скумбрёху просто, ой, почему-то я ее очень люблю. Вот так вот. Прихожу, играет сюда канал «Пятница». И всегда там, пока я тут раздеваюсь и остальное, всегда там пробуют тортики, торты, не знаю, как правильно, убейте меня, если что. И главное, люди приходят, блин, ну с такими красивыми, опять боюсь этого слова, наверное, скажем так, торты. Неправильно, все. Блин, ну такие классные, такие прикольные, шедевральные. Но когда идет следующий этап, и им дают задание именно приготовить на заказ тортик, именно который и нужно, да, ну, поняли, типа заказ, то, блин, ну такой антишедевральный получается. Я понимаю, что времени мало, что люди больше, ну как, заточены, чтобы делать не красоту, а именно вкусноту, скажем это так, назовем. Но, блин, вы хотя бы немножко постарайтесь, либо вообще не выпендривайтесь. Что дети бывают, дети приходят. Блин, оно два вишка, три горшка, блин, но уже в торты лезет. Это очень хорошо, если получается. Ну, блин. Детям просто так не откажешь, понимаете? Если ты начнешь его там, типа, мол, невкусно, да? Ты просто отобьешь желание. Напросто. Человек просто не захочет дальше делать. И мама что скажет? Вы что, охренели? Вы мне талант убили. Любая мама будет за ребенка свое. Понимаете, да, о чем я говорю? Понимаете, о чем я говорю? Вот. А ребенка обидно. А маме вдвойне обидно. Ой, видите, лучок. Лучок. Спасибо. Контакта сегодня не будет. Я вот, прикиньте, да, сегодня на работе, просто у меня накипело. Я вот на работе занимаюсь весь такой в пылу, в жару. И приходит человек, видит, что я вот разговариваю по телефону. Я говорю, что? Ничего не будет, кстати. Это, фиг знает, ладно. Мне, говорит, водичка нужна, говорит. Съезди, говорит, водичкой купи. На тебе баклажечку. А у меня аж горит сзади. Аж подгорает. Как вам такое нравится? Ну как? Как? И просто, знаешь, аж думаешь, ну чтоб тебе такое ответить, чтоб ты понимала. Ой. В общем, очень много эмоций.
Я сегодня набегался. У меня, знаете, я когда-то стоял на керхере. Было такое. У меня ноги болели. Я по 6 часов стоял, консультировал. Я зарабатывал деньги, скажем так, на учебу. И вот у меня болели именно ноги, именно пятки, знаете, стоять. Нельзя садиться было в этом торговом центре. И вот именно сегодня я прихожу, у меня так же само болят пятки. Блин. Хочется просто лечь и отдохнуть. А нельзя. Вечером, если поспишь, ты просто потом ночью проснешься. А ночью ты просыпаешься и до утра ты не спишь. Ну, по крайней мере, я. Вот это скумбрешечка. Вот это я понимаю. Ой. На работе одна тема. Одна тема новости. Уже как-то хочется, знаете, что-нибудь такое. Без вот этого всего, понимаешь, без негатива. Как-то просто отдохнуть. Так что если вы за меня, если вы за такое мнение, то приходите, пообщаемся. Ой. Все-таки. Обожаю такую рыбу, когда в ней минимум костей, понимаете? То есть ты берешь кусок и не долбишь его там, знаете? Вот у меня бабушка, ее уже нет, царство небесное, но она вот любила именно голову, знаете, вот с рыбы. Подолбиться там, поковыряться. Я прям не понимаю. Я и до сих пор не понимаю, как так можно. Нет, чтобы взять прям шмат, да? Положил и жуешь. Писи на рамку, трезь и жуешь. Ну, прям вот берешь, да, кусок, и тут ничего нет. Никакой там мелкой, там какой-нибудь, ничего нет. Кусаешь без зазрения совести, прям, без опасения души. Руки только грязные. Картошка немножко недосольная. И соль мне не положили почему-то. Луком все хорошо компенсируется. Чем-то париться. Так вот, вот эти, которые друзья кушают эти торты, там, короче, одна такая девушка, скажем так, нестройная. Так вот, она всегда прям отрезает, ну прям отрезает, не жалко. Нам вообще не париться по поводу, какого размера себе положить в ротик кусочек тортика. Вообще молодец. Вообще не парится.
Я прям на нее смотрю, ё-моё, думаю, капец, это ж ты после 6 по-любому. Ну, человеку по. По. Это, сейчас смотрю мемчики всякие интересные. Наши люди сейчас по поводу новостей, которые смотрят, разделились на две части. Одни, которые бегают, суетятся, боятся всего. А другие, которым по. Вот так вот. Иногда так завидуешь, которым по. Так прям. Аж хочется самому так. Да, это я еще не рассказал, кстати, жене. Надо рассказать по поводу водички. По барабану, что там решаешь свои вопросы. Съезди мне воды набери. Ой. Простите. Почему так? Потому что сейчас жена обрабатывает видео. А ей по на вырезание. На красоту. На переходы. Говорит, некоторые не обрезаются, ничего. И я не буду обрезать. Ой, маслица. Домашненькая, я надеюсь. Ой, прям вообще. Я рыбу умел сегодня. Я так никогда не ел. Она вкусная. Правда, она реально вкусная. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы испортить скумбрию. Мне так кажется. Что бы ты с ней ни сделал, она все равно будет вкусная. Скумбряшечка. Никогда я так стаканами не пил прям томатный сок. Честно, у меня как-то было всегда по. А сейчас вот как-то и правду говорят, блин, со временем вкусы меняются. Я упаду когда-нибудь, если мне еще понравится арбуз. Или морковка, или еще там что. Я просто упаду. Музыки меняются тоже. Но время идет. Спорить не буду я, потому что сразу вспоминаю своих родителей. Как можно такое слушать? Нет. Нравится хорошо, только чтоб не воевали. Кайф. Прям, единственное, что, конечно, она жирненькая, и это очень хорошо тоже. Народ, спасибо большое, что посмотрели. Очень приятно вас видеть. Приходите еще. Правда, правда, было вкусно. Я очень наелся. Сейчас, конечно же, тянет поспать. Очень охота поспать. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч. С вами был Сеня. Пока-пока. Реклама была? А вы оплатили? Сейчас оплачу. До свидания.